Наркотическая зависимость у подростка – это трагедия, точно оценить масштабы которой сегодня очень сложно. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что по возрастной шкале наркомания ползет вниз. Одесская область – одна из лидеров по количеству наркозависимых подростков. Только на учете в благотворительной организации «Дорога к дому» в 2010 году состояло 13 тысяч человек. Но реальная цифра намного больше. Беспризорники и дети из проблемных семей. Именно они часто употребляют дешевую болтушку – наркотик на основе эфедрина. Таких ребят лечат спортом и вниманием. 80% среди этих подростков сегодня имеют неврологические повреждения. Как правило, они не могут ходить или плохо ходят, они с трудом говорят, они очень плохо развиваются, и это может случиться сразу же после первого укола. Потому что вещество плохо реагирует. Вы можете себе представить попадание уксуса или марганца непосредственно в мозг? Вот это то, с чем мы сегодня сталкиваемся. Это бывший наркоман Александр, один из тех, кто мог бы закончить свою жизнь, не достигнув совершеннолетия. Нарушение функции опорно-двигательного аппарата у него произошло из-за употребления болтушки. Парень убежал из дома в 8 лет, а через 4 года впервые укололся. Говорит, 10 инъекций в день – это было только начало. Потому что как бы хотел бы забыться, как бы уйти в тот мир, который там наркомания, не хотел думать о никаких проблемах. Оказывается, их все больше и больше накоплялось. Александр не колется уже 3 года. Теперь у него есть жена, с которой он когда-то познакомился во время приема наркотиков. Их ребенку уже 8 месяцев. Всем, кто сегодня сидит на игле, советуют переосмыслить свое положение. Бросайте, пока не поздно. Потому что это хорошему не приведет. Рано или поздно, по-любому, покрутит или что-то еще. И будьте инвалидами. Наркотики – одна из причин затяжной депрессии, которая нередко толкает подростков к самоубийству. Именно это недавно произошло с близкой подругой Марины. Это были проблемы с родителями, это были не те друзья, не те люди рядом. Вот. И много чего другого, в принципе, таких факторов, даже как ей негде было жить. Она употребляла наркотики? Да, она употребляла наркотики. По мнению девушки, употребление наркотиков среди подростков – это не причина, а следствие жизненных сложностей. И в основном все дети, которые, подростки, употребляют наркотики, это все те, которые, у которых проблемы, с которыми они не могут справиться. Нет человека, который рядом им может сказать, что это не проблема, что все пройдет, ты перерастешь. Вот. И в основном эти люди становятся агрессивными со временем. Ну и агрессивно по отношению к себе. Даже до такой степени, что происходят такие вот самоубийства. Для студентов тема наркотиков щекотливая. Многие не знают или делают вид, что не знают о масштабах проблемы. Употребляют наркотики? Ничего не употребляют. А среди ваших знакомых есть люди, кто пробовал? Нет, вообще никто. А как можно преодолеть наркоманию? Как? А среди ваших знакомых есть те, кто пробовал хотя бы травку там хоть раз? Ну, травку, да. А так, в основном, стараюсь держаться подальше от таких людей. Одесситы постарше видят проблему в ином свете. Потому что глупый. Просто глупый. А как, по-вашему, эту проблему можно преодолеть? Поумнеть. Наверное, незанятость. Нету работы, нету чем заниматься. Я так считаю, что это болезнь. Нормальные люди не будут употреблять наркотики. Я знаю, у многих у меня были знакомые, наркоманы, молодые мальчики. Их уже нету. Они сами себя изживают, они сами выбирают этот путь. И в конечном итоге молодежи это не станет, потому что старых наркоманов вы не найдете. Гласность и свобода, ворвавшиеся к нам в середине 90-х, принесли с собой и опиатный бум. Зелье продавалось открыто, а сами наркоманы не стеснялись считать себя таковыми. Главное же отличие сегодняшней наркомании в ее скрытности. Многие наркосодержащие препараты свободно продаются в аптеках. В некоторых разрешают выпить таблетки на месте. Трамадол продают, там лекарств нет вообще, по-моему. Только они наркоманам даже водичку дают запивать, димедрола, чтобы пуститься. Раз, стакан воды, таблетки. Раз, выпил и пошел. Прямо там же. Но запретить аптекам продажу разрешенных наркосодержащих препаратов нельзя. Ведь психотропные вещества в тех или иных количествах есть практически во всех лекарствах. Просто одни аптеки более сознательные, они видят, что зашел наркоман и зачем он берет. Они просто ему не отпускают.
А есть, скажем так, аптеки, которые, как бы пользуясь вот такими вот ситуациями в законодательстве, продают, понимая, что это наркоманы, и они понимают, зачем они его продают. Самый популярный среди молодежи наркотик – марихуана. Ее дилерами в Одессе нередко становятся студенты из глубинки. Там можно скрыть плантации от посторонних глаз. В город привозят уже измельченное зелье и продают, налаживая клиентскую сеть через сокурсников. Еще один враг здоровой молодежи – курительные смеси. Ну, я могу сравнить, я не знаю, с чем. Это все равно, что пить чай с порошка стирального. То есть брать порошок, делать себе заваривать и пить, и говорить, что это... Ну, молоко назовем его, потому что он белого цвета. Это, по-моему, даже, наверное, порошок пить, это менее вредно, чем курить вот эти вот смеси. Правоохранитель предостерегает дельцам, которые распространяют смеси, содержащие невнесенные в список запрещенных вещества, не следует надеяться, что за распространение они не попадут под статью. Эксперт дает заключение, что это является аналогом, и человека привлекает по статье 307 части 2. От 5 лет лишения свободы. Это как бы на будущее для тех, кто тешит себя надеждой о том, что какие-то есть легальные наркотики. Нету легальных наркотиков. В фонде «Дорога к дому» уверены, проблему подростковой наркомании не решить одними слоганами, вроде «Скажи наркотикам нет» или «Наркотик – это смерть». Это уже хорошо поняли в других странах, где социальная реклама ради достижения цели жертвует цензурой. Очень хорошо работают методы, когда сами наркопотребители, которые фактически пережили на себе, оставили наркотики, а даже если не оставили, могут дать детям представление о том, к чему это приводит. Но вернется ли подросток к наркотикам после лечения, зависит от того, в какую среду он попадет. Это проблема в первую очередь, как вижу я, это проблема социально-психологической реабилитации ребенка, а потом уже медицинская. Проживание на улице, употребление наркотических препаратов, то есть может быть это клей, это алкоголь, это болтушка, это всевозможные препараты, которые можно очень долго сейчас перечислять. Вот, это своего рода как обязательный атрибут, вот, входящий в жизнь улицы. Несколько лет назад подростки из разных областей Украины, сумевшие отказаться от наркотиков, написали письмо президенту Ющенко. В нем они просили расставить точки над «и» и честно признаться, что государственные структуры не могут или не хотят бороться с наркоманией. Этот крик души остался без ответа. Видимо, легче делать вид, что проблемы не существует, чем обратить на нее внимание. Иван Леонтьев, Давид Падун, Виталий Прус, телекомпания АТВ.